субботу троллейбусы в Тирасполе будут ходить в обычном режиме, то есть до 9 вечера, а двойка и 19 примерно до половины 10. Что касается маршруток, в пасхальную ночь до 11 будут ходить только две дежурные машины. Праздничные богослужения пройдут во всех 8 столичных храмах. До большинства церквей можно будет добраться на двойке. Она идет почти через весь город. До 11 вечера будет ходить и 21-я маршрутка. Она идет до Покровской церкви. Остальные маршрутки будут курсировать до 9 вечера. В Бендерах в ночь на Пасху маршрутки, троллейбусы и 7-й автобус будут ходить до полуночи. И снова выйдут в город в 2 часа ночи 5 мая.